tell her if I looked her in the face, she started to cry. I opened up my door, I started to walk. I said, don't even bother trying to talk. I've got home, baby. How long gone have I got home, baby? How long gone have I long gone, baby? Gonna go and get you. Oh, keep going now, come on. Следуя законам Мура и неутомимому зову прогресса, компания Intel презентовала в России и странах СНГ новое семейство процессоров Intel Core. Актуальное искусство и высокие технологии – вещи, как известно, более чем совместимы, а потому местом встречи был выбран винзавод. Фуршет, стенды партнеров, общение, презентация новинок рынка и в довесок картины на стенах и арт-объект «Быстрые умы» от проекта «Сила». Но самым интересным все-таки были новые процессоры – Core i3, i5 и i7. Мы запускаем сегодня новые микропроцессоры с двумя основными особенностями, которых являются, во-первых, то, что они выполнены по технологии 32 нанометра, то есть это самая высокая плотность транзисторов, которая достигнута на сегодняшний день в нашей индустрии. Каждые два года уменьшать в два раза площадь транзистора – это нелегкий труд, это, в общем-то, настоящий подвиг. 32 нанометра – это очередной шаг на пути исполнения закона Мура. Он говорит о том, что транзистор стал еще меньше, что он стал переключаться еще быстрее. И, соответственно, что мы получим ноутбук либо персональный компьютер, который работает быстро, не греется и позволяет пользователю получить все преимущества от его нового вычислительного устройства. Переход на 32 нанометра – это главное событие. Но это еще не все. Как показывает статистика продаж, современный пользователь, с одной стороны, все больше предпочитает ноутбуки и другие мобильные устройства традиционным десктопам, а с другой – становится все требовательнее к мультимедийным возможностям компьютера. Видео в интернете все популярнее, блоги все актуальнее, а значит, графические и монтажные программы уже не удел профессионалов, а вещь обыкновенная и массовая. Инновация от Intel, графическое ядро, интегрированное в процессор, отвечает на обе эти тенденции. Контроллер графики выполнен в том же самом чипе, в котором выполнен сам центральный микропроцессор. Графика расположена ближе к процессору, даже вот с точки зрения геометрии. Да, если они раньше располагались вот здесь, то сейчас они располагаются здесь. И чтобы им вместе обмениваться данными, а это обязательно, это необходимо, сейчас необходимо меньшее количество времени, то есть возросшая производительность. И материнская плата может стать компактнее, правильные устройства могут быть компактнее. С точки зрения тепловыделения, опять-таки, один выделял, второй выделял. А сейчас, по большому счету, это все совмещено в один, и тепло надо России только от одного устройства. Продукт действительно стал гораздо проще и дешевле. Сейчас мы получаем процессор со встроенной графикой просто по цене процессора. Большая часть функционала материнских плат, она исчезает и переносится в процессор. Соответственно, и стоимость материнской платы, она значительно снижается. Я думаю, что здесь речь идет не о цене, а о себестоимости. Вот. От себестоимости цена, ну, если все по-честному, должна уменьшаться. Ну, будем надеяться, что все будет по-честному. Соответственно, цена комплекта процессор плюс материнская плата будет меньше. Любая линейка процессоров, любая, неважно какая, строится от стоимости минимальной до стоимости максимальной. Бюджетными, среди этой линейки будут бюджетные процессоры, они будут стоить относительно недорого. Скажем так, у конкурентов есть продукты, которые тоже сами по себе очень неплохие, но пока что не на таком техпроцессе, не настолько быстрые в некотором моменте. Те ноутбуки, которые у нас на выставке представлены, они на самом деле представляют собой две совершенно разных линейки. Ноутбуки серии K – это машины, которые, собственно говоря, охватывают как мультимедийный сегмент, так и сегмент ноутбуков для дома и офиса. Это бюджетное решение, по сути дела. Ноутбуки эти будут стоить не более $1000, вне зависимости от комплектации. А серия N – это уже мультимедийные машины в довольно-таки дорогом исполнении, полнофункциональные, мощные. Интегрированное графическое решение – это массовый вариант, то есть для большинства пользователей. Тем, кому хочется создавать видеоролики, к примеру, обрабатывать фотографии, работать в Windows, ходить в интернет и играть в несложные игрушки, такие как World of Warcraft, например, или Trackmania Nations, вот эти гоночки, которые мы сегодня демонстрировали во время выступления. В чем прелесть новой платформы Intel? Как раз наличие и возможность использования двух видеокарт в одном ноутбуке, поскольку и процессор содержит интегрированную графику,
и дополнительно используется дискретное графическое ядро. Например, вы перешли с питания от сети на батарейное питание и желаете экономить энергию батареи для того, чтобы работать дольше. Ноутбук переходит на использование интегрированной видеокарты, производительность снижается, но зато вы выигрываете возможности использования ноутбука дольше. Наряду с презентацией новых процессоров специалисты Intel представили две новых технологии 2010 года. Intel vPro – технология, позволяющая получить удаленный доступ к компьютеру на аппаратном уровне, и Intel Wireless Display – система беспроводного подключения компьютера к телевизору. На недавней выставке по потребительской электронике в Соединенных Штатах эта технология получила первый приз. И никаких проводов между компьютером и телевизором. Процессоры по технологии 32 нанометра – новый этап в развитии IT-индустрии. И уже в ближайшем будущем эти инновации принесут разнообразные сюрпризы от микрокомпьютеров до шестиядерных процессоров. Всегда новый процессор лучше, чем старый. Для тех, кто хочет, грубо говоря, шагать в ногу со временем и иметь какие-то перспективы в дальнейшем, вот, то есть, допустим, желание обновить компьютер через год, через два – вот, естественно, надо собирать новую систему на новом чипсете. Процессор Gulftown шестиядерный, который готовится к выходу, он будет вставляться в материнские платы, которые уже выпущены, существуют на соке 1366. И это будет очень большой прирост производительности. Это событие все ожидают с нетерпением. Технология, которая реализована сегодня, она найдет свое применение не только в ноутбуках, но и наверняка в мощных нетбуках, потому что она очень хорошо масштабируется. В данном случае будет меньше размер материнской платы, меньше будет энергопотребление общее, то есть корпуса уменьшатся. И, честно говоря, я искренне надеюсь на то, что мы увидим массовый переход от мини-тауэров вот, к мини-ITX. Совершенно очевиден переход к мини-аутюризации. И в частности, сейчас в лабораториях Intel разрабатывается платформа, которая носит кодовое название Moorestown, и она позволит сделать, грубо говоря, полноценный компьютер размером с кредитную карточку. То есть материнская плата будет размером с кредитную карточку. Сами технологии, они должны идти вперед, и я понимаю, что если не будет активных продаж, то следующего этапа, который, может быть, как раз и будет революционным, его может и не быть. Революции я бы это не назвал, но мне кажется, что это вот очень хороший, уверенный очередной шаг, да, там, по дороге прогресса.